Всем привет, вы на канале Bullets Union, и сегодня мы продолжаем катать на сноуборде в игре Steep, часть 4. Погнали. Ну, какое там золото, зачем? Я боюсь, что я вообще никуда не пойду. Ну, типа того, что-то будет, я ждал. Да, перегрузочка набирается. Давай, поехали дальше. Ну, что-то не получилось, как я хотел. О, деревья. А вот еще одно вини. Так. Чуть-чуть не докрутил. А, так стоп. Трюки тоже считаются. Ох, некрасивый цвет получается. По новой, пофиг. Так, поехали. Так, налево. Да, будем пытаться набирать разы прыжки. Это получается, наверное, проще. Так, аккуратненько. Чиркнил. Не всякий чиркнул, по крайней мере. Здесь вижу что-то, есть какой-то подъем. Вижу подъем, прыгаю. Человек простой. Иху! Но это было просто. Кроме вот этого. Но это не важно. Почти 5000, так что не устраивает. Наш знакомый Skyflyer говорит, что они впечатлены и дают нам доступ к воздушному шару в швейцарском регионе. Опробуем его. Попробуем. Сейчас 10 тысяч добью и попробуем. Или не добью? Нет, добью. Потом попробую добраться. Ну, братан, привет, полезем.
как раз самый то. Вау, просто здорово! Вот головой, правда, не собирался ударяться. Ну, зато было красиво. Так, уклоняюсь от деревьев. А вот и прыжковое место для меня. Головой, правда, ударился, но это не важно. Так, далее что у нас есть? Вот здесь много заданий. Давайте начнем вот с этого края. Где-то есть зона высадки. Место, которое присмотрел, должно быть прямо перед нами. Нужно только осмотреться. А вот оно. Ничего себе! Еще одно дивное место в моей коллекции. Посмотрим, что оно за собой скрывает. Так, а задание я не открыл, я просто переместился в землю. Это я выполнил, а вот это нет. Это у маленького, щупленького кружочка надо как-то придержать. Я предпочитаю называться деревья. Здравствуйте. Это, так сказать, моя хобби. Я, кстати, понял, почему на лыжах проходит, на лыжах можно обратно залезть еще. Если там не сильно отстал. Так. Пофиг, серебро пойдет. Да нет, мне свои наклейки устраивают на рюкзак. Стоп, а свинг-сьют я не могу купить костюмчик себе? Как он у нас называется? Вот такой хочу. Вот. Многие интересно знают этот. Да, мы его знаем. Так. Может, что-нибудь симпатичное есть? Что за денежку? Видимо, нет, да? Ну, пофиг тогда. Ой, стоп, не сюда хотел. Тут что-то не так у меня с головой происходит, но это не важно. О, хочу.
Давайте попробуем. Подойти бы ближе. Так, поймали ветер. Идем наверх. А, и вот уже финиш, типа. Ну ладно. Я думал подальше. То есть здесь, типа, невозможно уложить. Так. Поднимемся наверх. А да ладно. Что еще у нас есть? Это мы прошли. Это тоже. Миллер и его ребята устанавливают снаряжение. Он обещал позвонить позже. Но парни говорят, что выбрали для нас 5 отличных точек. Они подготовили там хорошие трамплины, так что ты сможешь показать свое мастерство в воздухе. Штука в том... В общем, Миллер хочет снять все за один дубль. Знаю, он мужик серьезный. Его последний фильм «Короли доски» побил все рекорды. Подростки от него просто без ума. Стоит Миллеру выложить что-нибудь на YouTube, как просмотры начинают зашкаливать, а спортсмены просыпаются знаменитыми. Я слышал, он на расхват даже в Голливуде. Так что для тебя это отличный шанс привлечь внимание и поучаствовать в чем-то особенном. Так, все испортило то, что мы упали в конце. Обидно, ну ладно. Так, 5000, 5000 доходим. Опять делаем новое задание. О, тут можем сигануть. Woo!
из спящих были. Испытание, что здесь нужно сделать? Далеко? В общем-то нет, наверное. Куда сигать? Ладно, хотя бы откроем эту зону, будем просто отшибнуть. Жутко опасно. О, от первого лица. Круто. Мы сейчас приземлимся, откроем место. Так, мы уже близко. Здесь будет самый том, мне кажется. Еще чуть-чуть. Приземляемся. Так, 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 полезли, нашли ключики, голландец. Теперь видишь место? Вот. Дальше нам чуть за это опыта. Так, и мы вообще вот тут. Это первое соревнование такого рода, так что если победишь, вся слава твоя. Соломон перемешали здесь свободные исследования и экстремальный спорт. Нужно быстро принимать решения и пересечь лес без задержек. Не ошибись с выбором маршрута и не заблудись. Здесь и такое бывает. 7 минут дают. Окей. Посмотрим, что есть такого. Ну, как угодно можно. Ну, сноуборд, сноуборд. Хорошее начало. А, золото 5 минут вообще. Потерять это обозначение. Мельче, так сказать.
братан, ты дерево не брат. Так, прыжок. Ага, вижу финиш. Ты почему упал, братан? Ладно, попробуем сейчас исправить маленькую бокшу. Так, ладно. Вроде уже не так далеко. Вроде уже поправляемся маленько в данной ситуации. Ага, вон она. То есть мы, в принципе, можно так еще проехать туда. Вроде бы. Да, придется соскочить. Не знаю, попробуем. Вообще, по идее, проезжаем. Я просто слишком увлекся трюками, поэтому просрал направление, причем просрал так знатно. Угу. Ну прям за этой, да? Может, внизу можно так проехать туда? Ох ты, что я там подкинулось. Да, можно, вот. Все, все не так плохо. Я в смысле так далеко еще. Ладно, здесь можно уже ускориться. Здесь, в принципе, финишная прямая. Ну, вроде бы как доедем. Я вроде ничего не перепутал. Конечно, мы все попасть сможем. Хватит нам запаса хода? Да, хватило. Господи, как он далеко-то, а? Но все равно, то есть, кажется, очень далеко. Ничего. Мы управляемся. Это остатки веса уже. Так, проезжаем. Аккуратно, аккуратно. А вот уже и финиш. Ну, вроде бы, вот он. Казалось бы. Ох ты ж, где он там? Вы угораете. Это вот там еще. Чувак, не надо было падать тебе. Нет, запомни, вот туда не доезжай. Дай бог на бронзу успеем. А я чуть как могу как-то, да? Уже. Да. Серебра. Да, о, не, все, серебра не будет. По-моему. Если разница на полминут, то будет, а так нет. Эх, на минуту аж. Блин, на золото можно было пройти. Эксперимент представить куда ехать. Ну да, кстати, можно. Мы потеряли где-то минуту. На все наши скитания. Знаете, мне кажется, что финиш близко уже как минут две. Странное такое ощущение. Ну вот сейчас уже вроде реально близко. Так, где ты? Господи, да ты угораешь. То есть есть вероятность того, что я сейчас и так не проеду.
Да, есть. А, нет, уже нет. Все, вон финиш, я вижу. Только я уже замедляюсь. Ну нет, у нас будет запас секунд 10. Да. Да, это была отличная гонка. Но в следующий раз мы возьмем золото и войдем в историю. Наклейка на рюкзак Соломон. Так, ладно. Ох ты, что мы проехали-то. Так, где тут была вершина? Где-то вон там. Надо ее сразу изучить. Там есть поблизости. Ага, все, вижу. Вроде бы вижу. Вон там она. Да, ведь надо... Братан, а почему смотришь в обратную сторону, а то я куда смотрю я? Да куда ты, дурень? Прекрасно. Мне здесь нравится. Наконец-то что-то новое. Так, дальше что мы еще не прошли? Ну мы все вот отсюда чесали, да? Точка начала просто. Это так. Проходили мы. Это тоже. У нас точка. Миллер и его ребята устанавливают снаряжение. Он обещал позвонить позже. Но парни говорят, что выбрали для нас 5 отличных точек. Они подготовили там хорошие трамплины, так что ты сможешь показать свое мастерство в воздухе. Штука в том... В общем, Миллер хочет снять все за один дубль. Знаю, он мужик серьезный. Его последний фильм «Короли Довки» побил все рекорды. Подростки от него просто без ума. Стоит Миллеру выложить что-нибудь на YouTube, как просмотры начинают зашкаливать, а спортсмены просыпаются знаменитыми. Я слышал, он расхват даже в Голливуде. Так что для тебя это отличный шанс привлечь внимание и поучаствовать в чем-то особенном. Всего лишь тысяча, к сожалению. Надо не использовать. Да, что-то я уважаю, так я понял, я в дерево. На стену уже не можно, на дерево, да, в стену. Нормально, пофиг. Продолжаем. Стоп, или он только за это и считает? Что-то я не понял.
А так золото можем взять, господи, даже так можно золото взять. Хотя ни черта не вижу, так, да, нормально. Достижение получено по золото. Так, что еще? Здесь рядышком еще одно испытание было. Соломон, прииски приехали в город, чтобы отснять материал для ежегодного выпуска об экстремальном. Твоя репутация продолжает работать. Похоже, теперь перед нами открыты двери эксклюзивных базовых лагерей. Они находятся на Матерхорне, Монблан и Игви. Не стесняйся, заглядывай сюда почаще. Рядом с такими местечками уж точно отличится пара потрясающих трасс. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я буду стараться на них отвечать по возможности. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.